когда мы в этой командировке, докладывал ему результаты проверки, дивизии подводных лодок. 19 марта свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники. Эти люди не понаслышке знают, что такое поддержка, товарищеское плечо и взаимовыручка. Владимир Майстер – ветеран Великой Отечественной войны. Он всю жизнь посвятил подводному флоту, служил на крейсере «Малютка». Сейчас его жизненный опыт – это пример для подрастающего поколения. Для самого же Владимира Леонтьевича уже воспоминания. 95 лет мне исполнилось. Вот. И, значит, я этого не ожидал, но мне уделили внимание училище наше ТОВМУ и это самое, и Нахимовское училище. Они прислали, значит, несколько курсантов. Здесь они приветствуют меня на берегу рядом с этой подводной лодкой С-56. Своих товарищей, с которыми служил он, вспоминает с улыбкой на лице. Все они – настоящие герои. Многих уже нет в живых, но их подвиги останутся в памяти навсегда. Владимир Леонтьевич, служивший на подводной лодке, считает, что для него это стало своего рода школой жизни. Во время выхода в море он встретил настоящих друзей. Владимиру Майстеру 98 лет, и несмотря на солидный возраст, он активно занимается патриотическим воспитанием и призывает всех, кто планирует связать свою жизнь с подводным флотом, старательно учиться и заниматься спортом. Ребята, старайтесь, учитесь. Вот. И если понравится вам стать военным, значит, поступайте в училище, хорошо учитесь, и тогда у вас все будет хорошо. Со слов ветерана, он ни на минуту не пожалел, что связал свою жизнь с подводным флотом. Олег Завьялов, Екатерина Князева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.